Севилья 999 рублей – это цена только сегодня. 700 рублей вашей выгодной экономии. Что такое специальное предложение дня, нам расскажет Екатерина Архипенко. Почему сегодня именно это покрывало является спецпредложением? Ну а помогать мне будет Ольга Грядунова. Олечка, ну как почему? Вы только посмотрите на это покрывало. Вот вы внимательно приглядитесь. Какую вы представляли кровать своей мечты? Блистательную, сияющую, необыкновенную, которая создаст не только гармонию в вашем интерьере, но и принесет, конечно же, именно роскошь в ваш дом. Вот такое покрывало, Оля, как Севилья, оно создаст именно такую гармоничную, но при этом роскошную атмосферу. Ты знаешь, вот у нас заявлено покрывало с 3D-эффектом. Я прям вижу вот этот 3D-объем, да, вот такое ощущение, что цветы прям вырастают из кровати. Каждый цветок живет отдельной жизнью. Каждый узор, каждый орнамент, он как будто бы, знаешь, вот в объеме сделан, вылеплен. Есть такое ощущение у тебя? Оля, действительно, такое ощущение есть. Ты правильно заметила. И я, как эксперт, могу добавить, что наше покрывало действительно выполнено 3D-эффектом. У нас четко прорисовываются мельчайшие детали. Посмотрите, какие идеальные границы. Мы видим каждый листочек, мы видим каждый лепесточек. Такое покрывало, Олечка, создавали с помощью фотопринта. Фотопринт, он используется теперь и на текстиле, то есть вот настолько далеко шагнул текстиль. Именно поэтому наблюдаем настолько необыкновенную композицию. Оль, ну чем мне еще нравится фотодизайн? То, что мы можем действительно создать настоящую картину, как и в нашем покрывале. Вот давайте в полном размере увидим весь этот шедевр. Посмотри, ой, Оля, знаю, насколько получится. Далеко зашел текстиль. И Кать, подвинь туда, чтобы меня видно было тоже. Оп, смотрите. Итак, друзья, смотрите, мы даже не помещаемся с Катюшкой в экран. Не потому, что мы прибавили, а потому, что у нас полноценный размер. 200 на 220 сантиметров. Нет, Олечка, я тебя поправлю. У нас размер 230 на 250. Вот. Да, у нас два размера. Вот этот большой, 230 на 250. Но также у нас, Катя, есть 200 на 220 сантиметров. Выбирайте свой размер. 999 рублей. Эта цена действует только сегодня. Это красный сигнал для вас, для того, чтобы вы успели дозвониться и захватить свое стильное покрывало Севилья. Ты знаешь, вот моему папе бы тоже понравилось это покрывало. Он у меня очень капризный. Он не любит яркие, кричащие оттенки. Но вот этот спокойный, умиротворяющий вариант ему бы точно понравился. Олечка, ты знаешь, я думаю, что такое покрывало действительно понравится очень многим. Давай вот поговорим про дизайн, потому что, согласись, дизайн обворожительный. Посмотрите, насколько вкусные, насколько пастельные тона. У нас такой жемчужно-розовый оттенок в сочетании с бежевым, в сочетании с серым цветом. Оль, мне очень нравится, что также у нас добавлен цвет айвори, что делает покрывало еще более спокойным. Ну и, конечно, эти необыкновенные такие коралловые цветы и вензеля. Это действительно фантастика. Для каждой спальни такое покрывало будет находка. Оля, знаешь, что я хочу заметить? Вот согласись, ведь в основном комнаты достаточно маленькие. И когда у нас яркое, кричащее покрывало, комната становится еще меньше. Поэтому покрывало должно быть гармоничным, для того, чтобы визуально расширить пространство и кровать не притягивала все взгляды исключительно на себя. Вот покрывало Севилья справится с этим вопросом. Так что, если у вас маленькая комната и вам бы хотелось прорубить стену к вашим соседям, не нужно этого делать, это опасно. Лучше возьмите для себя покрывало, которое визуально увеличит пространство. Звонки к нам абсолютно бесплатные. Ну, а если вы впервые с нами, с телеканалом Shop & Show, звоните, заказывайте, давайте на начнем знакомство именно с самого выгодного предложения. За 999 рублей, сами подумайте, невозможно половичок купить, а тут такое шикарное покрывало. И мне еще очень нравится, что блестит наша ткань, переливается. Слушай, ты знаешь, многих этот блеск будет отпугивать, потому что, кажется, раз блестящий материал, значит капризный. Олечка, нет, материал не капризный. Об этом буквально через одну минуту. Сейчас я хочу обратить внимание на то, что такое покрывало, оно за счет своего блеска будет добавлять еще и света в интерьер. Скажи, Оль, было ли у тебя такое? Вот заправляешь ты свою кровать, да, ну вот из одеяла она такими буграми идет, не очень аккуратно. Вот, покрывало Севилья сделает кровать идеальной, потому что у нас светоотражающая поверхность, я думаю, все прекрасно знают,
что именно когда поверхность очень хорошо отражает свет, она становится идеальной. Просто, знаешь, как гладь воды. Здорово. То есть, получается, можно особенно-то и не мучиться, и заправляя постель, да? Бывает такое, знаешь, врача на дом вызываешь, когда дети заболевают, да? Он так неожиданно, нежданно-негаданно все время заявляется, что и постель не успеваешь убрать. Ты хоп, один взмах, и можно даже подушки не поправлять, и все будет выглядеть идеально. Как говорила моя бабушка, Оля, не нужно вот постоянно заниматься уборкой перед тем, как приходят гости. Можно просто застелить постель, помыть полы, все. Эффект идеальной уборки у тебя уже обеспечен. Вот действительно, так делаю периодически, согласна абсолютно. Так делаю я обычно. Времени на уборку не так много, но я люблю, чтобы мой дом был всегда идеальным. Но давай, Олечка, обратим внимание на то, что декоративный шелк, он не только блистательный, он еще у нас и практичный. Вот. То, что практичный, это хорошо, потому что я сейчас смотрю, наше покрывало у нас расположено не только на постели, не только на кровати, но и в гостиной. Посмотрите, пожалуйста, на диванчике очень уютно смотрится наш вариант, и я сразу хочу тебе задать вопрос. Да. Если мы будем периодически садиться, да, вот стежечка здесь у нас есть, если кошечка захочет поточить ноготочки или дети, но они же елозят все время, не будут ли нитки вылезать из нашего покрывала? Олечка, какие нитки? У нас ведь ниток даже нет. Обратите внимание, у нас необыкновенная стежка. Оль, эта стежка у нас ультрастеп. Все три слоя, то есть это декоративный шелк, микрофибра и синтепон, простеганный ультразвуком. Именно поэтому, Олечка, такую стежку зацепить просто невозможно. Но ты знаешь, что уникально? Что сам декоративный шелк, он также обладает высокой степенью износостойкости. Сам шелк зацепить достаточно трудно, а еще он не вытирается, он не линяет, не деформируется, Оля, даже не выгорает. О, здорово, да. То есть это такое долговечное вложение наших средств. 10 лет без потери качества при правильном уходе, Оля. Ну, слушай, если разделить 999 рублей на 10 лет, так это же просто минимум по 10 рублей в год. Вы представляете, 999 рублей за покрывало шелковое, с переливами. Знаете, вот залог идеального интерьера, три заветных слова, надеюсь, вы их знаете. Шик, блеск, красота. Я думаю, все три слова адресованы нашему специальному предложению. Сделайте свой интерьер особенным. Сделайте свой интерьер королевским. Позвоните к нам прямо сейчас, пока еще все размеры у нас есть в наличии. Кать, давай напомним, какие размеры у нас сегодня для наших телезрителей. Олечка, у нас два размера на выбор. 2 на 220 и 230 на 250. Сразу дам рекомендацию. У кого кровать, размеры 90 на 200, 120 на 200, 140 на 200, выбираем размер 2 на 220. А у кого кровать 160 на 200 и 180 на 200, выбираем размер 230 на 250. Вот так, выбирайте свой размер и не забудьте, что цена со скидкой 700 рублей действует здесь и сейчас. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. Запишите название «Севилья».